Вы знаете, этот отчет – это совершенно регулярное явление, поэтому его уж подготовить к кризису или, наоборот, кризис к нему подготовить совершенно невозможно. Раз в год премьер-министр обязан отчитываться. Что бы ни происходило, кризис, рассвет экономики, в любом случае он должен прийти и отчитаться. Нет, мне кажется, что вот то, что положено сделать, Медведев сделал достойно. Другое дело, что вот следующий отчет, я боюсь, будет значительно более трудно. Вот проблемы, кажется, начинаются, или лучше сказать, становятся заметными вот буквально сегодня. Нефть уже несколько дней, по крайней мере, стоит дешевле $100 за баррель, а мы-то рассчитывали на 115.